Привитание, сябры. На 300 подписчиков я хотел в качестве юбилейного подарка сделать видео о том, как я делаю поилки для муравьев, которые многоразовые, намного хватает. Но у меня подписчиков то 300, то 299, то снова 300, то снова 299, поэтому кто-то очень нетерпеливый, наверное, хочет, чтобы я подольше потянул. Но я решил уже сделать это видео. Итак, нам понадобится шприц пятерочка, тубус с витаминами, а именно крышечка от него, ножик и маленький кусочек пластилина. Это все увидите, для чего нужно будет. Ну, начнем с крышечки. Крышечка вот такая вот веселенькая крышечка у нас. Даже не представляю, как она пригодится, да? Ну, сделаем сразу. Так, это мы пока отложим. Пластилинчик тоже отложим пока что. Делаем фокус-покус. Опа! Отрезаем от этой крышечки вот этот кончик. Здесь у нас силикончик, для того, чтобы витаминки не покрывались влагой. Вот такой у нас получается. Вот такая вот штучка. Ну и все, пока что с этой крышечкой. Это все ненужное. Силикончик очень красивенький, можно использовать где-нибудь. Засыпать, правда, от влаги он желтеет. Далее шприц. Шприц пятерочка. Все на самом деле просто. Это нам не надо. Это нам не надо. Нам надо вот это. Так, чтобы это влезло в крышечку, отрезаем кончик, который... Так, получается вот такая штучка. С этой стороны мы заклеиваем пластилинчиком. Заклеили пластилинчиком, чтобы внутри создалась сила натяжения. Ну, а здесь и смотрим. Та-дам! Вот такой вот фокус-покус. Готово на 80%. Самый секрет небольшой, скажем так, обеспечить доступ влаги, чтобы мурашишки могли спокойно попить водичку. Делаем вот такие вот прорези, чтобы одновременно водичка не вытекала и стояла в этих вот маленьких дырочках. Так. У меня обычно две прорези, ну и сделаю три прорези, чтобы уже обеспечить мурашикам как можно больше объем водички. Так, все, опять это все вставляется. И водичка, сейчас для примера налью водички. Водички, ну вот я не приготовил шприц, чтобы водички налить. Ну, налью водички из-под крана. Это для примера. Вот у нас водичка в шприце, пятерочка. Вот это сверху крышечка надевается и ставится. Вот такая вот занимательная физика у нас получилась. В итоге мурашки пьют с краешков водичку, и этой водички хватает им на 2 недели. Ну, конечно, не из-под крана лучше наливать, допустим, или сиропчик разводить, а кипяченой водичкой, чтобы он не портился. Вот такая вот веселая у нас штучка, которая работает верой и правдой мне уже больше полугода. Все, спасибо за просмотр. До свидания.